Приветос, амигос. Добро пожаловать на игровой канал Zarbest Game. Я Неозар, и это Resident Evil 7. Разрывание моего пердака. Что ж, поехали дальше. Пройдем эту игрушку. В предыдущей серии мы с вами закончили на том, что убили сучью мать, вдовушку гребаную, блядь, которая плевалась и харкалась этими мухами вонючими. И теперь нам нужно найти какую-то руку. Не знаю, где ее искать. Вот. Зои сказал, что голова у нее есть, а рука где-то находится в этом старом доме. Но я так думаю, что нам нужно спуститься туда, где у нас вдовушка сраная обосралась, куда она улетела. И там найти, что можно поставить на эти гребаные весы, типа лампу какую-то, и тогда у нас дверь откроется, все будет зашибись. Так, давайте попробуем здесь пройти, потому что там, блядь, в одной комнате, блядь, меня преследуют мухи, я не знаю, откуда, почему они там остались, блядь. Вроде я как бы сжег все эти коконы, но там мухи. Лучше я пройду вот сквозь этих слизней, блядь, сороконожек этих вонючих, блядь. Ну, как бы жизни себе я не потрачу. Не хочу юзать аптечки, потому что, блядь, все как бы ограничено. Я как Плюшкин все стараюсь собрать, чтобы оставить все на потом. Итак, здесь у нас бабулька пизданулась. Обосралась нахуй. И смотри, блядь, так, до такой степени обосралась, что, блядь, говном своим захлебнулась и, наверное, руками своим проделала вот такой вот путь. Ладно, пошли. Надеюсь, она больше не встанет, эта сука, блядь. Ну, хотя, если она, блядь, смотрите, блядь, рыла этот проход себе, блядь, руками, не знаю, блин, то она, блядь, явно живая, блин. И она нам еще нам встретится дальше. Куда, интересно, ведет этот путь? Ох, нихуя ж себе. Куда я пришел? А, смотри, мне кажется, этот срез, да? Ну-ка. Эту калитку мы с вами видели. Я так понимаю, да, мы сейчас придем с вами к вагончику, зашибись. Просто же зашибись, и теперь мы с вами можем, по-моему, магнум взять, потому что у нас монет хватает. Ну-ка, посмотрим. Сколько? Да, у нас деревянных монеток достаточно. Давайте с вами возьмем магнум нахер. Я думаю, что это будет не лишнее, совершенно не лишнее. Стоит он сколько? 9 монет? Ну хер бы с ним. Так, а, блядь, да, блядь, а почему мне, блядь, дали одну монетку-то, блядь? Я хотел бы как бы все взять. Ладно, наверное, не на ту кнопку нажал. Так, ну вот, давай все, во. Все монеты. И берем с вами магнум. Держи, блядь. Блять, ну вот это вот сделали опять, ну ёб твою мать, блядь. Ну вот сразу нельзя, блядь, эти 9 монет туда было бросить. Нет, вот, блядь, заниматься анонизмом. Да, есть в игрушке, блядь, много всего, что, конечно, напрягает. Что просто не продумано, блядь. Зачем вот такая вот херня нужна, блядь? Я ума себе, блядь, не возьму никак, блядь. Так, хорошо. Магнум мы с вами взяли, отлично. Да, посмотрим, что он из себя представляет. Так, один патрон, бля, всего лишь. Сделать сыворотку, блядь. Ну, это задание, это понятно. Для перемещения предмета, так, понятно. А чё мне один патрон только, блядь? Для него какие патроны-то? Больше отдачи. Ну, хуй бы с ним, пусть будет, блядь. Я его, конечно, сейчас засуну, блядь, сразу же в сундук, блядь, потому что, блядь, ну, куда-нибудь оставить это на какого-нибудь босса, мне кажется, блядь. Так, нахуй. Монету, нахуй. Что у нас есть еще? Так, горелка, топливо для горелки. Оставить вот этого тоже, я думаю, нахуй. Ключ, не знаю, нужен он будет, не нужен. Вот психо, эти, блядь, аппараты, блядь, тоже, блядь, препарат ебаный туда, ключ с вороной. Я видел только одну дверь, ключ с ворон, но возможно, что еще нам пригодится этот ключик. Так что пока что я как бы это все дело оставлю здесь. Окей. Что со здоровьем? Блять, здоровье у меня... Так, здоровье у меня хуеватенько. Давайте, короче, заюзаем, блять, аптечку, чтобы полностью вылечиться. Запишемся нахер. Так, вот так вот будет получше. И теперь пойдем искать.
Что же у нас здесь такой срезик открылся? Калитку мы с вами открылся. О, бля, здесь башка до сих пор валяется. Бля, я думал, уже кто-нибудь смыл ее нахер. Не, никто не смывает. Так-с, и давайте смотреть. Ну, я так понимаю, что это вход на второй этаж, да? Так, а где у меня карта? Что у нас здесь на карте? Не-не-не, мне карта нужна. Старый дом, первый этаж. А вот здесь вот что? Теплица какая-то? Непонятно. Не, ну здесь вот явно, что первый этаж. Здесь мы везде с вами были. Как бы везде с вами все открыли. А вот сюда мы с вами не заходили. Значит, нужно идти сюда. Ну ладно, куда пойдем? Можем пойти сюда. Блять, я же испугался, думал, какая-то ворона что ли сидит, блять. Не, нихуя. Че это? Есть кто-то есть? Заперто с другой стороны. Угу. Но это как бы уже лучше, то есть нам игрушка дает только идти вот в это вот место. Че это? Ценная фотография? И че это такое было? Я даже не успел, блядь, ничего понять, что там, блядь, вообще было сфотографировано, блин. Надо хуй бы с ним. А вот здесь вот дверка-то открыта. Бля, не сюда ли у нас, блядь, наша вдовушка-то побежала, блядь? Сейчас будет охранять, нахуй, сыворотку-то свою. Чего? Очень мне туда не хочется идти. Смотри, это трава, что ли? Нихуя себе, смотри, сколько травы. Я бы, конечно, все это дело, блядь. Это что? Разделитель? А что делает разделитель? Твердое топливо. Я чувствую, что сейчас будет битва какая-то, да? Не просто же так они все дают-то, блин, на халяву-то. Ладно, давай-ка здесь получше все обыщем. Ага, здесь требуется отмычка. Отмычки-то у меня хуй, блядь, нету. Отмычек тоже, они, блядь, жадные разработчики, блядь. Хуй отмычек дали, блядь. Типа, ебись как хочешь, блядь. Но отмычек мы тебе хуй дадим. Много, блядь. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. Что это за разделитель такой? Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова можно будет использовать отдельно. Ну заебись, заебись. Ну эпоксида-то у меня нету, блядь. Какая ценная фотография, блядь. Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Где это спрятано-то? А, ну смотри, вот толчок. Толчок-то мы с вами видели где? И что, предлагаю, блядь, ну-ка давайте вернемся к толчку. Ну, по-моему, там уже все с вами нашли, блядь. Толчка-то, блядь. Я сейчас, конечно, проверю, блядь, и постараюсь все выкинуть, блядь, в ящик. Сразу же вспоминается старый добрый резидент, когда, блядь, бегаешь туда-сюда, от ящика к ящику. И... Бля, смотри, не это, по-моему, да? Там на фотографии окурки были какие-то, а здесь нихуя окурков нету. Значит, нужно еще какой-то толчок найти один. Ну ладно. Толчков я что-то больше не припомню, где они здесь есть. Вот это как похоже с окурками, но здесь толчка нет. Ну и хуй бы с ним. Давай-ка все это дело, блядь, выкину, блядь. Чтобы нам, блядь, не бегать потом, блядь, туда-сюда. Так, это нам не нужно. Топливо нам нахуй не нужно. Ценные фотографии убрать. Топливо, ну хуй с ним, топливо. А, топливо, а что толку, блядь, мне от этого топлива, если у меня эпоксида нет, нихуя. Блять, даже не знаю, блядь. Да давай уберем, блядь, потому что вот у меня, блядь, топливо для горелки как бы дохуя, блядь. Траву тоже, блядь, можем убрать. Траву тоже уберем. Как бы вот так вот оставим, блядь. Ключ не знаю, нужен он будет, не нужен. Хер его там поймешь, блядь. Так, забыл сохраниться. Сохраняйтесь обязательно, блядь. Потому что, блядь, игрушка очень много сюрпризов несет. А, вот, смотри, блядь, толчок, блядь. Ух, нихуя себе, блядь. А, вот он, толчок-то, блядь. Короче, толкану мы взяли патроны к магнуму, блядь. А сколько у нас этих патронов дали, блядь? Ну-ка. Бля, заебись, 4 патрона, то есть 3 патрона, блядь. Ну, пока хустим, блядь, оставим это все для босса, блядь.
бабулька-то, блядь, то есть это, блядь, вдовушка-то, блядь, оказалась не очень сложным таким боссом, но я думаю, что это все еще не закончено с ней. И мы еще будем с ней, блядь, биться нахуй. Неравной схватки, блядь. Сильный эпоксид. Ну, ёб твою мать, ну как вот я пропустил, блядь, а? Теперь он будет мне только место занимать, блядь. Ну ладно, хер с ним, блядь, пошли, блядь. Посмотрим, как и что. Кто там, блядь, такие звуки, блядь, издает сраные, блядь. Что, у меня аж мурашки по коже, блядь, идут. Ну здесь только вниз, блядь, да? Больше здесь идти некуда, блядь. Ну что, пошли, блядь. Вдова, ты здесь, сучка? Так, я слышу, что-то летает. Ах, не нравится мне, блядь, где эта хуйня? Где эта хуйня, а? Здесь? Ну-ка. Слышите? Ну, явно, за той дверью какая-то херь, блядь. Ладно, давайте осмотримся, блядь. Так, еще один толкан. В котором ни хера ничего нету. Блядь, что такое? Пройти дальше мешает ворота. Ну, блядь, я как бы не слепой, ёпты. Вижу, что мешает ворот пройти, блядь. И что нам не делать, блядь? Так, смотри, ящичек, блядь, ну-ка. Топливо для горелки, блядь. Нихуя себе, блядь, мне топливо уже здесь поднадавали, блядь. Мне кажется, что нужно взять горелку все-таки, бля. Что за звуки? Нет? А, ветер завывает. А здесь что? Ничего нету? Блядь, дырка в камине, нихуя ничего нет. Ну хуй с ним, блядь. Ладно, 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 ладно. Короче, у нас только туда можно идти, да? Блять. А, не, о, смотри, здесь еще есть какая-то дверь. Блять, да откуда, сука, кто, блять? Блять, сука, кто? Вы видели муху, которая сейчас меня, блять, ебанула? Я, например, нет. Я что-то не пойму, это дверь одна и та же, что ли, блядь? А, смотри, она закрыта, нахуй. То есть можно пройти только там. Ну и где эта, блядь, сучка, блядь? Грёбаная муха, блядь. Которая меня здесь кусает, блядь. Чё это? Так, психосимулятор, блядь. Идите вы нахуй, психосимулятор, блядь. А, вот, блядство. Вот эти, блядь, твари, блядь, которые меня ебанули, блядь. Ну, сейчас мы с ними здесь разберемся по-быстренькому. Чего? Я-то думаю, что здесь за хуйня такая, блядь. Да, вот здесь вот огнемет самый то. А я-то, блядь, подумал, что мухи вроде как нет, я ее не вижу, блядь. А она вроде как есть, блядь. Так, гильзы, блядь, сильный эпоксид. Что-то, блядь, как-то они расщедрили. Сильный эпоксид, блядь. Гильзы, блядь. Вот кто так, сука, перевел гильзы, блядь? Какие гильзы? Просто патроны нужны, блядь, для дробовика было, блядь. Написать. Гильзы какие-то, блядь. Блядь, переводчики херово, блин. Ну что же, у нас остается, блядь, вот эта вот дверка. Куда она ведет, хер поймешь, заперта с другой стороны. Ну, я так и думал. И вход на второй этаж. Пошли. Блядь! Сука, блядь! Блядь! На тебе, блядь! Ебло, блядь! Сдохни, блядь! Блядь! Вот это я сейчас, блядь, навалил кучу, ёпты, блядь. Прям под креслом себе, блядь. Фу. Ёбаный, блядь, мутант, блядь. Пиздец, а.
Блядь. Твердое топливо, травушка, муравушка, блядь. Блядь, давайте, блядь, я отдышусь нахуй. Потому что это просто сейчас был, блядь, жопа какая-то, блядь. Блядь, я даже боюсь. Блядь, твою мать, нахуй, уйди от меня, кочерга старая, блядь. Блядь, что с ней делать-то, а? Я хуй знаю, как с ней биться-то, блядь. Ты будешь, блядь, бежать? Блядь, она там, что ли? Ёб твою мать. Блядь, какого хуя ты не бежишь, а? На нахуй. Нихуя себе, блядь. На тебе в пердалище, блядь. Сука, сдохни, блядь. Блядь, смотри, у нее сейчас, блядь, пердак загорится, и она взорвется, нахуй. Да ты чё, блядь, ты горишь, сучка, блядь. О-хо-хо-хо-хо, я тебе жопу сейчас подпалю, блядь. Нихуя ну тут, блядь. Сгорела, блядь, шалава, блядь. Или нихуя не сгорела, блядь. Это чё, блядь, мухи ёбаные. Уйдите вы нахуй, а? Блядь, опять она, а? Так, где ты, бля? Блять, у меня горелки мало остается. Блять, сука. Мать, ты меня достала, а? Блять. Ну давай повторим попытку, блядь. Пиздец. Мутирующая Маргарита, находясь не поле вашего зрения, Маргарита надо подождать, ну, порождает дополнительных букашек, блядь. Твою мать, а. Что с ней делать, я хуё знаю, блядь. Блядь, ну она в натуре, блядь. Пиздец. Ну я так и думал, что будет это говно здесь, блядь, такое. Я, в принципе, это все было ожидаемо, блядь. Ладно, чё ж, пошли, блядь, воевать нахуй. Так, я понимаю, что все сначала, да? Да, смотри, ящик не разбит, блядь. Так, патроны для топлива. Психосимуляторы, блядь. Ебались они, блядь, эти психосимуляторы, блядские. Сразу сожгем нахуй этих жуков гребаных. Чтобы у нас, блядь, какое-то поле действий с вами было, блядь, чтобы можно было отступить, блядь, или что-нибудь такое. Так, здесь тоже эти жуки, блядь. Помню, помню, помню. Сейчас вам пизда придет. Сильный эпоксид, хорошо. И все, по-моему, здесь больше ничего не было. Ну-ка, давай-ка поставь, блядь, полную горелочку себя. Так, хорошо. Так, бабуська. Ну, теперь ты меня так особо не напугаешь, блядь, давай. На-к, блядь, хлебник, блядь, чуть-чуть, газката, блядь. Ну и где ты, блядь? Блядь!
я ее прибила, блядь. Блядь, да что ты, сука, падаешь-то, твою мать? На тебе в пердалище, блядь. Чтобы у тебя пердак, сука, взорвался, блядь. Да, не нравится мне как-то, как мы ее сейчас бьем, блядь. Сука. Может попробовать ее дробашом, блядь, ебануть, блядь. Ну-ка, давай попробуем дробашом, блядь. Только заряди, нахуй, блядь, все патроны, ебаный осел. Я даже не знаю, чем лучше, блядь, ее взять. Или этой сраной горелкой, блядь, которая, блядь, нихуя что-то как-то особо не горит, блядь. Так, где-то есть-то, блядь. Скотобразина, блядь. Блять, еще мухи эти сраные летают. А, вот она, блядь. Ну-ка. На к тебе, блядь. На к тебе. Ах ты, сука. Бля, уйди от меня, тварина, блядь. Блядь, что это было, блядь? На-ка. На-ка. Блядь, сука, патроны, патроны, патроны. Давай аптечку, юзай аптечку, дурак, блядь. Блять, мудоёб, ёбаный в рот, блять. Блять, ты сдохла или чё? Бля, нихуя, я смотрю, не сдохла нихуя, блять. Получи по пердаку, блять. Бля, ну я не знаю, блядь. Я сейчас, блядь, достаточно, блядь, все метко, блядь, попал по ней, блядь. И она, сука, не сдохла еще, а? Че, блядь? Схватки, что ли, начались, блядь? Хочешь мух, блядь, родить, блядь? Кошелка старая, блядь. Где ты есть, блядь? Ага. Если мухи полетели, значит, эта кошелка сейчас придет, блядь. Да, блядь, уйди нахуй от меня, блядь. Ну и где-то есть-то, блядь. Говноматка, блядь. Да-да-да-да-да, пизди-пизди, блядь. Это ж, сука, сейчас аборт сделаю, нахуй. Вот она, блядь. На тебе по пердачку-то, блядь. Чё, пердак-то, блядь, загорелся нахуй у тебя? Бля, куда она делась нахуй? Блядь, нужно выбрать какое-то место, блядь, где бы с ней, блядь, нормально биться нахуй. Чтобы она, главное, это, в углу не зажала. Свиноматка, блядь. Блять, уйди нахуй от меня, блять. Да, блять, возьми ты, блять, свой, сука, сраный ножик, блять. Блять, ну пиздец, блять. Блять. Да я еще не собирался уходить, блять. Че, идешь, блять, на. Гори-гори ясно, чтобы не погасло, блядь. Ай-я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 й. Все кончились, нахуй. Все кончилось, все плохо, друзья мои. Все очень плохо. У меня нет патронов, нихуя, блядь. Ты где, блядь? Ах ты, горилла, блядь. На, блядь. На тебе, блядь. На, блядь. Чё такое с тобой, блядь? Родила, что ли, блядь? Говна, кусок, блядь. Все, смотри, она превратилась, блядь, в эту, блядь. В статую, блядь. Фу, блядь. О, фонарь. Я даже знаю, куда его использовать. Блядь, ну это было жестко. Я использовал всю горелку свою. Это, блядь, мне не нравится, блядь. Ну, в принципе, может, он дальше и не понадобится нам, эта херня.
Ну, я бы хотел, конечно, блядь, вот тут вот посмотреть, что там, блядь, на втором этаже, блядь. Там, видите, там вот эти вот мухи, блядь. Но у меня больше, блядь, не горит нихуя ничего. А, вот, смотри, все, заебись. Все горит. Твердое топливо, трава. Зашибись. То есть, получается, мы можем для горелки что-то сделать, да? Эпоксида у меня нету? Нет, эпоксида у меня нету, к сожалению, блядь. Да, и смотри, все аптечки я заюзал, блядство. Так, ну ладно, давайте осмотримся, блядь. Может, эпоксидика, блядь, дадут, блядь. Разработчики-то, блядь. Да и наверняка зажмут ведь, сука, да? Эпоксидик мне бы сейчас, ну, как бы, не, блядь, кстати, был бы. Блядь, что это за херь? А, вот, смотри, ящик. Ящик, ящик, ящик. Топливо для горелки, блядь. Да нахуй мне ваше топливо, блядь. Топливо мне в жопу теперь не впилось, блядь. Я бабку-то убил, блядь. О, да, эпоксид. Заебись. Эпоксид, эпоксид. Срочно нужно сделать аптечку. Так, аптечка есть. Зашибись. Топливо для горелки. А, вот, смотри, у меня топливо для горелки. Еще есть 70, блядь. Какого хуя, блядь? Ну давай, блядь. Ну-ка, хуяк. Во. И смотри, у меня, по идее, место должно освободиться. Да, у меня место освободилось. Все. Все, это, друзья мои, мы живем, блядь. Охуительно живем просто с вами. Давайте осматривать дальше, что здесь есть на втором этаже, блядь. Да уж наверняка что-нибудь они здесь запрятали, блядь. Может, какие-нибудь монетки, блядь. Хуй поймешь, блядь. Бабка здесь же ходила, блядь. Что-то делала. Так, а что? Пистолетные патроны. Ну, хорошо. Но я пистолетом вроде как не пользовался. Мне бы сейчас для дробаша патрончиков дали, бабля. Ну и на этом хоть спасибо. Как-то так, блядь. Ну да, по-моему, здесь больше нихера ничего нету. Ладно, пошли вниз, блядь. Так, мы можем туда спуститься? Ну да. Здесь одна, короче, развалина, блядь. Давайте спускаться, блядь, вот таким макаром. Побыстрее. И больше, по-моему, здесь делать нехуя. Блядь, ну хоть бабку, блядь, сраной убили, блядь. Сучка. Тварь ебаная, блядь. Короче, сделали ей аборт, блядь. О, нихуя, смотри. Хо-хо-хо-хо. Блин, интересная задумка. Типа бабку убили и все рушится, блядь. И что у нас здесь? Аптечка, заебись. Вот что мне не хватало, это аптечки. Это просто заебца. Нравится, нравится, нравится. Давай, открывай, блядь. Так, пошли-ка сходим в наш этот фургончик дядюшки Мокуса, бля. Запишемся к ебеням, блядь. Так, сразу смотрим, что мы можем выкинуть из инвентаря. То твердое топливо в пизду. 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 Тоже пизду. Ну, как бы вот так вот я оставлю, блядь. Ключ с вороны я бы тоже, конечно, блядь, может, выкинул, блядь. Но хер его знает, пригодится он, не пригодится, блядь. Ну что же, пошли-ка в дом. Зайдем, я думаю, по центральному входу. Если, блядь, мы эту мать семейства, блядь, зарубили, блядь, и она у нас... окаменело, то я думаю, и мухи должны все нахуй разлететься отсюда к ебеням, блядь. Не должно больше этих мух быть, потому что она же здесь рожала-то, блядь. Ёбаная дура, блядь. Так, не пиздануться мне бы здесь. Узкие такие проходы. Давай, открывайся, блядь. А, хорошо. Сама закрылась.
Чего? Какого хуй здесь? Тут на пианине, что ли, играет, блядь? Это мы читали. Блядь, не надо меня пугать, а? Так, фонарь, фонарь, фонарь. Ну все, уравновесили. И теперь давай открывать дверь, нахуй. Здравствуйте, блядь. О, блядь, нихуя себе, какой няшный крокодил, блядь. Ставим лайк, кто, блядь, кому нравится этот крокодил, блядь. На, сука, блядь. Че это? Понятно. Разработчики нам не дают это читать. Типа хуй тебе, блядь, а не картинки смотреть, блядь. Занимайся нахуй делами, блядь. Проходи, блядь, и ищи, блядь, руку нахуй. Блядь. А, ну да, это детская, блядь. Блять, сука, откуда мячик-то полетел, а? Мне ж тут уже, блядь, здесь как-то, блядь, некомфортно я себя чувствую, блядь. Вращать. Чё это? Моя семья. Ну да, my family. Эвелина. Ну понятно. Кроссовки, блядь. Не первой свежести, блядь. Ну и где ты, блядь? Запрятала, блядь, здесь руку-то нахуй. О, нихуя себе, блядь. Какая статуя-то, блядь, стоит, блядь, Аполлона, блядь. Евелиночка. Фу, блядь. Чё такое? Блять, ну рука-то где, блядь? О! Хороший медвежонок. Ты, надеюсь, не прыгнешь сейчас мне в морду, а? Миша, 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 Миша. Миша, чё с тобой? Блядь, такой милый медвежонок был. Он взял, блядь, он, видишь, блядь, какой-то хуйней покрылся, блядь. Плесенью, что ли, блядь? Ну и где здесь какая загадка-то, блядь? Нет никакой загадки, что ли, блядь? Я, может, думал, что, может, в него она запрятала эту руку-то сраную. Нет? Да походу, что нет, нихуя. Вроде как я все осмотрел, блядь. Хуй с тобой. Ванюша, коль не хочешь, не бери, блядь. Лягушка тебе, блядь, задери, блядь. Это чё? Чего это такое? Хуйня какая-то, блядь. Здесь кто-нибудь есть? Сразу признавайтесь, блядь. Я горелку нахуй достану. А может горелку достать, блядь? Может посветлее будет? А, не, нихуя, блядь. Так же, блядь. Темно, блядь. Светлее почему-то от горелки не бывает. Хотя, блядь, пламя горит, блядь. Но почему-то не это... Не светлеет совсем, блин. Ой, блядь. Это что за говно такое? И это что такое, нахуй? Блядь. Кто бросает куклы, блядь? Ну-ка, признавайтесь, нахуй. Чё? С ней что-то не так. С кем? Кем что-то не так, хуй знает, да? Ну-ка, здесь что у нас? Нихуя ничего, да? Блядь, ну это какая-нибудь, может, здесь монетка должна быть? Не, нихуя. Нет. О, блядь, нихуя себе маска, блядь. Охереть, блядь.
Бля, не, вот только, блядь, не надо, блядь. Это кто? Я вообще не буду шевелиться, блядь. Что это было, блядь, а? Я вообще бы домой, если честно, поехал, блин. И не спасал бы я свою эту, блядь, милую женушку, которая мне, блядь, полруки отхуячила, блядь. Stay away, блядь. Как будто я хочу, блядь, здесь, блядь, по вашему, блядь, говнодому ходить, блядь. Мне совершенно мне не хочется, блядь. Дайте мне, блядь, руку лучше, блядь, я пойду отсюда. Рука, ты здесь? Ага. Здесь это спала Эвелина, что ли, блядь? А, о, смотри, в домике, блядь. Ну, стопудово здесь должна рука быть, нет? Чё это? Чё это? Похоже на карту вообще, да? Нет? Ну, смотри, вот так вот похоже на карту, блядь. Типа, блядь. Ну-ка. Ну вот, я же сказал, бля. Во-во-во-во-во. Да, я сейчас туда, бля, проход открылся. Ну не на карту, блядь, а типа схема этой комнаты, бля. Ну что, пошли сходим. Я здесь думаю, что такое это скрытое убежище, бля. Здесь нам почекалдынуть никто не настучит, бля. Вот она рука, блядь, пиздец вообще, блядь. Смотри, блядь, так противно. Рука серии D, блядь. Ну ты смотри, блядь. Это вообще же, блядь, это, блядь, это монстр какой-то, блядь. Вообще пиздец. Блядь. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Давай, тяни нахуй. Мерзость, блядь. Такая мерзость, а? Пиздец. Ну? И что теперь? А что вообще это за ребенок? И что это за мумия? Кто это? Э, ты кто? Стой, секушка, блядь. Бля, эти рисунки были или не, бля? Бля, что происходит, а? Блядь! Это что за говно, а? Твою мать, а? Не, я с этой хуйней не хочу драться, блядь. Ураборос эти гребаные, блядь, я руку взял, блядь, давай бегом отсюда нахуй. Тратить нахуй патроны на эту херь, блядь, не, не, спасибо, блядь. Спасибо, спасибо, до свидания, блядь. Блядь. Я знаю, что они бесконечные, будут, блядь, постоянно здесь возрождаться, блядь, ну и нахуй. Так что патроны, блядь, не нужно тратить на них совершенно, блядь. Бля, куда идти-то? Так, помню. Ой, блядь. Ай, блядь, 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 сука. Тварь, блядь. Иди сюда. Ой, ай, блядь. Еще один ураборос, и, блядь, сука. Атакуют, блядь, атакуют. Давай, сука, Итан, беги, блядь, говнорыл, блядь. Бегом отсюда в пизду. Фу. Так, ладно, хорошо, я убежал. Теперь куда мне что идти-то, блядь? Ага, ну-ка, давай. Ну и чё, серия, да, все, я сделал, блядь. Чё, звони, блядь, у меня все есть. Чё нужно делать-то? Сделайте сыворотку, найдите ингредиент сыворотки. Ну, я нашел ингредиент сыворотки, чё, и как мне её сделать, блядь? Ну. Далее, блядь, и чё, блядь? Может, сюда нужно руку засунуть? Ну-ка, а где эта рука-то, блядь, ну-ка. Ну и чё? Странно, блядь.
Очень-очень странно, блядь. Ты мне не хочешь позвонить? Ага. Did you find it? Yeah. Да, конечно, нашел, все, заебись. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. А что он за нахуй за автоприцеп, блядь? А, автоприцеп, это, блядь, может быть там, где у нас сейлка, что ли, блядь, да? Ну ладно, пошли, блядь. Я бы очень хотел, блядь, быстрее бы сохраниться, блядь. Потому что напряжно, напряжно, блядь. Мы с вами очень хорошо, блядь, постарались здесь. Бегом, 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 бегом. Из этого сраного дома. Давай, 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 Итан, блядь, бегом нахуй отсюда. Сейчас, короче, делаем сыворотку, блядь, быстренько, блядь, и скушаем ее нахуй, и, блядь, пизду, блядь, улетим отсюда. Так, подожди, нахуй, не звони, блядь, дай записаться сначала. Ну, я слушаю, блядь. Алло. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them for? Nah, that's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited. But don't worry, it's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Блять, это говно Лукас, блять, тварь, блять. В холодильник, говоришь, заглянуть? Ну, сейчас загляну в холодильник, а что там? Что это? О, голова, что ли, блядь? Что это такое-то, блядь? Блядь, фу. Ага, смотри, записка, ну-ка. Легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Короче, легавый. А, ну да, у нас легавый здесь был, блядь. И в секционный он меня ждет, блядь. Короче, давайте записываемся, ну нахуй. И уже я думаю, что к легавому мы пойдем в следующей серии. Фу, что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, комментировать, ставить пальчики. И до новых встреч. Пока-пока.